И что она делает? Она меня убьет? Она меня убила. И привет, дорогие друзья, с вами C37, и мы начинаем дальше проходить Beholder. Да, как-то долго было между прошлой серией и этой, но надеюсь, вам понравится, и просмотров будет побольше. Надеюсь, если не будет просмотров, я не буду выкладывать, а хоть я пройду для себя просто. Так что смотрите все. Стоп, а как я вам говорю, если вы не слышите? Ну ладно. И начинаем игру через 3, 2, 1. И начинаем. Так. Отдать краску, отдать ножницы. Это кому? Кто хочет? Угу. Так, торговец. Заметил. Так, по-моему, на него только шантажные письма можно. А так нельзя с него посылать. Так, а сколько у меня денег? О, так, ножницы ему надо. И что еще ему надо? А, краска. Так, краска, краска, краска. Давайте мы заработаем краску. О, а ты не продаешь. Или же... Вообще не листать вниз. Ну ладно, тут краски нет. Я как вижу... Или есть? Почему не листается вниз? А, вот все. Я забыл. Так. Это краска? Нет, это бальзам. Запрещено соли и так. Давай тогда быстренько напишем компромат. Точнее, характеристику. Жильцы. У тебя есть? Нету. У тебя улики? Нету. Ну, допустим, Ровен Патрика проживает в квартире номер один. Женский, семейное положение, проживает одна. Профессия. Оператор конвейера. Так, надо поговорить с тобой. У меня насчет тебя ничего нет. Здравствуйте, я Карл. Добрый день. Они познакомились, он, оказывается, она, да, она работала в библиотеке, в котором раньше учился наш главный протагонист. Где-то. Может, сын что-нибудь написал? Посмотрим. Угу, университет закрыт. Так. Лучше бы туалетную бумагу выпускали вместо этих выборов, как говорится, на листочке. Но это лучше осуждать. Так, тут кто-нибудь есть? В квартире номер один. Значит, я успею пройти туда? А, хотя, не надо. Так,
Ага. Читайте литературу. Можно сразу же написать, а когда ты несколько сразу накидываешь, больше становится. Можно шантажное письмо сделать. Ты, если вы не хотите, чтобы полиция узнала об этом, оставьте 2000 в цветке на лестничной площадке. Так, какое нарушение? 12 сентября. Да, 12 сентября. 54. Квартира номер 2. Я не запомнил. Анджей Ротхарт. Анджей Ротхарт. Отправить. Получим лишние 2000. Круто. Так. Равена, надо с тобой поразговаривать. Так. 21 час и красок у меня так нет. Так, а я могу тебе заранее дать ножницы, чтобы мне с ними не ходить? Да, ножницы, он сказал, они немножечко туповаты. Я сказал, если не нравится, давайте вам. Не-не-не, все нормально, нормально. Денежки оставили? Ага, взять. Плюс 5000. Та-та-та-та. Так, что-нибудь тут задание женой не женой. Есть, а не есть. Про здоровье. О, мне дали ачивку. А, угу. Все, наконец-то дочка. Дочка вылечилась. А, мама плачет от счастья. Дочка лаяла, когда играла в собачку, лаяла на всех. Я не буду именно зачитывать, что говорит, я буду говорить итог. Может, еще с ним поговорить? А то он никак не работает, мне надо еще камеру поставить. Так. А, я даже не познакомился, я Карл, управляющий этим домом. Анжей Ротарк, жду призыв на фронт. Вот доброволец, так что... Так, точно. Так, еще есть? Он хочет убивать людей? Ага. А это не было в прошлом выпуске случайно? Может быть, у меня не сохранилось? Будешь же щит использовать. Выбери в следующий раз дом с немым. А у меня есть теперь уже по тебе компроматики, да? А я могу вот так просто посмотреть? А, нет, это просто характер. Чувак, выйди хотя бы покушать. Мне камеру быстро к тебе надо поставить. Желательно еще все обыскать. Ай, так. Так, новая коррекция. Вот и только что вышло. Идеально. Вот сюда ставим одну камеру. Вот сюда хотя бы одну камеру поставить. Ага. Сейчас самое главное камеру поставить. Так, у меня еще есть камера? Да-да-да. Ух, все. Теперь хотя бы будем знать, что ты делаешь тут.
Страшного или не страшного замышляешь? Ага. Так, смотрим, смотрим. Вроде бы еще разговаривает. Так, это все обычно. Смотрим, смотрим. Ага, кофе хочет заваривать. Ты уходишь? Ладно. Я уже могу. Стоп. Письмо. Торгаш еще не пришел. Побыстрее, как торгаш, пойди, а то меня посадишь. А, это еще в прошлом выпуске было. Это я помню. Ну, торгаш, призи. Торгаш. Жожным. Характеристику. Ты в какой? Четвертая. Четвертая квартира. Женское семейное положение. Проживает одна. Так, дальше сюда. Маргарет Зур. И профессия библиотекарь. 700, а, $900. Нормально. Так, что-то у меня подвисло. А, семейное положение, я же нажал. Ладно. Таркаш, ну наконец-то ты. Давай. Пики. Соник. Соник Икс. Надеюсь на краски, надеюсь на краски. Чувак, а где краска? А как она вообще выглядит? Для начала мне надо узнать. Вроде бы тебя тут нет. Мне что, придется украсть? Нет, с тобой нельзя. Пока, кстати, он отошел и быстро. Я часов, как быстро время идет. Рассказать, что партия в библиотеке. Ну ладно. Что? Зачем ты все это делал? И что она делает? Она меня убьет? Она меня убила. Откуда у нее пистолет? Называется, сказал, что просто вырвал страницу из книги. Посадили ее на 7 лет. И у нее пистолет, откуда ни возьмись. Конечно, В в день похорон библиотекарше. Карла шел проливной дождь. Кладбище затягивало Щет. туманом. Щет. Откуда у нее пистолет? Я так и не понял. Можно мне это Никому скипнуть? из семьи Карла Штейна не было суждено дожить до конца этого года. Просто... У меня не было 500 авторитета, чтобы... У меня 500 авторитета. Продолжить игру. Зато сейчас быстро краски добуду. Надеюсь, пожалуйста, где-нибудь дайте мне 15 часов, пожалуйста. Или 20, желательно сутки.
Тогда были 35. Ой, блин, тогда звонок камеры, стоит знакомиться, рапорт, шантажное письмо, черт. Главное, чтобы все это нормально. Если все это будет повторяться, я бы... 36 часов. А, она только заселилась. Окей, я мотаюсь, сейчас вы увидите. Итак, ребята, я все собрала. Краски, оказывается, можно было у себя взять. Вот тут лежали в столе. У меня теперь 7000. Я полностью на нее рапорт сделал. Ну, обычный именно... С нее 2000 накапало. Это я только вещи обыскал. Так. Все. Ой, звонят. А если я не отзовусь, то мне кирдык. Ага, сегодня он едет и надо козду. Ура! Теперь мне ничего не надо делать. Фух. Надо, наверное, новых жильцов подселить, скорее всего, я так думаю. Ну, так, газета сейчас так же. Ну что, подселить сколько стоит? $500. А, ну ты уходишь как раз. Камеры остаются. Я с тобой могу напоследок пообщаться? Ага. Ну все, покупаем. 4 жильца, я думаю, это же нормально. Так, заселить? Ага, никто не хочет заселиться. Ну ладно. Так. Ну что, я с него деньги выну, можно его сажать? Кстати, я же его вроде сажал в другую часть, у меня что ли сохранения слетели? Ребят, скажите, если у меня сохранения слетели, если кто-то вообще смотрит. Я буду рад, если кто-нибудь это напишет. Потому что мне казалось, я в одном из видео, я же его выселял. Ну давайте выселим, потому что он мне нафиг не нужен со своим убийством. Так, составить рапорт. Гражданин Анджи Рохтер, проживающий в квартире номер 2. Ага, сейчас. Он ничего не нарушил. А, я же на него характеристику не сделал. Так. 1, мужской, профессия, безработный. Проживающий номер 2, гражданин Анджей Рохтар, семейное положение 1. Вот так. 1, он же безработный, да, безработный, все нормально. Получаем $900. И у меня 8000, ебой. Так, и никто не хочет поселиться. Бывает. Так, что тут? Угу. А, я мог его выселить. У меня же было шантажное письмо. Так, я и жена счастлива, что Патрик уехал, и у него все нормально. Так, будет какая-нибудь там движуха, не движуха. А, кстати, газету потом надо будет щекнуть. Давай, я когда перепроходил... Вот, здравствуйте. Я когда перепроходил, я не познакомился с ними. И, скорее всего, да, я не могу. А у тебя нету дома? О, задание появилось. А,
Странная записка. Я могу в любой момент позвонить. Так, у меня сохранение произошло. Сейчас я поговорю с ним, познакомлюсь. Надеюсь, сейчас меня там никто не убьет, не убьет. Так. Ну, это я, мы уже читали. И с тобой я не познакомился. Это мы все знаем. Так, учебники по истории, говорит, может выдать. Так, сейчас я потом промолчу. А теперь я что я с тобой могу? Ага. 900 этих авторитетов. Тогда у меня было 450, и я от этого не умер. Чуть не умер. Так, магазин. Ага. Так, у меня 6 камер. Второго уровня. Не, второй уровень это круто. Может, если теперь может поселить. О. Так. У тебя что-то есть интересненькое? Нет. Так, я хотела заселить. Альберт Мейнинг, безработный, возраст 35. Еще квартиру на улице Крушвица. Дорого. На длительный срок, без лишних вопросов. Ну так, я других не могу выбирать, так что давай сдадим. Пока он приезжает, я позвоню по странному номеру, по страшному. Так, звоню. Он, короче, хочет прийти в мою квартиру пожить. Давай я помогу. Ага. Завтра к нам вернется тот бородач. Вот, здравствуйте. И он, как я понял, будет здесь жить. Любит играть на скрипке. Ага. Интересно, где он будет жить? Здесь будет жить или здесь будет жить? Сейчас, скорее всего, у жены будет вопрос. Сейчас поговорю с ним. Ага, ничего не будешь мне говорить. Дочка пусть играет, на-на-на. Ага. Не мой, но говорит. Чего? Как так? Ну, я понимаю, он слышит, но говорит о работе. Спит. Спать хочет. Тут частная территория, вон отсюда. А. Так, можно мне приблизить? Так.
Спи, моя радость, усни. Прикольно. А мне интересно... О, кстати, а что я найду в вентиляторе? Я в вентиляторе нашел книги. Круто. Как это так нашлось? Камеры не покупать. Да у меня 4 комнат. А, пока тебе нет, я тебе могу здесь одну камерку поставить. Можешь чуточку побыстрее? Протагонист наш ГГ. Не ГГ. Мне только одну камеру поставить вниз. А, да. Вот и как раз стирать пошло. А то я же не знаю, что вы тут делаете. Стирайте, стирайте одежду, я вам не мешаю. Ага. Не говорите, что она сюда уже идет? Да вроде нет. А рыба не была запрещена случайно? Мне бы написала. Вроде же рыба была запрещена. Обычная бабушка живет себе, поживает. Вообще ничего против тебя нет. Так, последний шкафчик и все. Но я не успокою просто. Ага. Давай я с тобой поговорю. Ах, да. Я с тобой говорю. Мне надо с тобой поговорить, чувачочек. Шпион. Мне кажется, ты шпион. Но как ты будешь шпионить, не выходя из комнаты? Давай, давай, подходи. Му-му. Дали ачивку Му-му. Классно. Он... О! А что ты тут делаешь? Вроде бы я слышал, я вообще не помню, то, что если я его скрою, то это будет хорошая концовка, а если я его отдам, то это будет плохая. Звонят, 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 беги, беги! Кстати, а тебе надо сказать, что приходи? Я бегу. Меня тут нет. Не-н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 е. Меня нету. Ау. Ау. А почему его поймали? Вопрос. Мне такой вопрос. Почему его поймали?
За что? Я же ничего ему не делал. Я же скрылся. Он сказал, я вам верю. Так. А может, тут и так и надо было? Наш сын. Так. И что? Не будет звонок, не звонок? Я не понимаю. Можно камеру заменить? А то мне кажется, в прачечной что-нибудь да будет происходить. Так, а почему у меня камера ужасная? Я не вижу, куда ставить. Это мой максимум. Вы живете в самой лучшей стране в мире, а остальные страны испытывают к вам одну лишь зависть. Каждый гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. Как работает наша? Ага. А так можно было? Жалко, что он не глухой. Так, понял. Но помните, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые... Я не хотел. Это спрашивается, ну давайте. $500. Ай... я боюсь. Секунду. Супостаты вероломно поднимают... А, настройки? А как сохраниться? Я все время забываю, как сохраняться. Мне надо сохраниться, чувак. Игра. Ну ладно. В сторону нашего великого государства рассеиваются благодаря нашему мудрому вождю. Теперь у нас будет... Гражданин, будь бдителен, наблюдай за окружающими, выявляй саботажников и... С сегодняшнего дня на улице Хельнера появился мобильный пункт агитации. Радио выездится непрерывно и на стороны патриотического, но жители знают самые последние идеи и смогут с дистанции выдержать идеологию обработки врагов. Любой нормальный человек после работы хочет провести время в тишине с книгой, за простором телевизора или семьей. Но бесконечный шум и агитомашина — это издевательство. Так, тут то же самое, да? Докладывай о них. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудовую славу. Там сохранение. Чтобы отбить яростные атаки врагов и отстоять свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия едины. Ум, честь и совесть нашего государства — это наш великий... Просто мне кажется, 500 — это слишком мало.
Ладно, что рулевой. Я выдержу. Слава нашему мудрому вождю. 17 сентября, значит, 21-го должен уехать отсюда подальше. Вы живете в самой лучшей стране в мире, а остальные страны испытывают к вам одну лишь зависть. Каждый гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. Но помните, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые супостаты вероломно поднимают в сторону нашего великого государства, рассеиваются благодаря нашему мудрому вождю. Кстати, гражданин, а вот, будь помню, бдителен, наблюдай увидел, за окружающими, вот выявляй встает, саботажников и докладывай о них. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудовую славу. Чтобы отбить яростные атаки врагов и отстоять свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия едины. Ум, честь и совесть нашего государства — это наш великий рулевой. Слава нашему мудрому вождю! Альберт может говорить. Вы живете в самой лучшей стране в мире, а остальные страны испытывают к вам одну лишь зависть. Каждый гражданин нашей страны получает типа все необходимое скажу, для счастливой видел, что ты и беззаботной жизни. Мыло, сахар, хлеб трубку. И поощрительные Давайте, значит, грамоты. Трубку возьмем. Но помните, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые супостат... Принять. Что? У меня сразу два звонка? Так, сейчас ты вероломно поднимают в сторону нашего великого. Так. Ну давай. Государство рассеивается благодаря нашему мудрому вождю. Гражданин, будь бдителен, наблюдай за окружающими, выявляй саботажников и докладывай о них. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудовую славу. Чтобы... Пять тысяч! Блин, 500 авторитет — это моя треть. Ну давай... Ну сто пудов надо будет купить какую-нибудь дорогую штуку. А давайте... Так, вы скажете мне, что сделать. Атаки врагов и от... Мне надо будет... купить это
За авторитет или деньги? Напишите в комментариях, кто это смотрел. Ну давай. Стоять свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия едины. Ум, просто честь и совесть нашего государства. Есть, авторитет, это наш великий рулевой. 5000, слава 5000, нашему мудрому вождю. А он просто зарабатывает. Вы живете в самой лучшей стране в мире, а остальные страны испытывают к вам одну лишь зависть. Каждый гражданин нашей страны получает... Ну, давайте я выхожу. Это все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. Всем Но помните... пока.